В Австралии Шрила Гурудев Даршан. Сперва я хотел поблагодарить всех слушателей Харикатхи, всех Триданди с вами, Брахмачари. Я очень рад сегодня. Позовите, пускай все смотрят. Я хочу открыть мадхи в Индии, во Вриндаване, в Говардане, в Матхуре и так далее, в Навадвипе, в Майяпуре, в Калькутте, столько различных мест, в Джаганнатхапуре также, в Силигури. Также у нас есть план открыть мадхи, проповеднические центры в Австралии, в Лос-Анджелесе, в Хьюстоне, также в Беджере. Поэтому очень рад, что здесь, то есть мой успех был успешным, и Дамодар Прабху и вся его семья очень помогли. Это в заключение австралийского фестиваля. Я видел ваш замечательный проект. То есть, когда храм будет построен, это будет лучшим храмом во всей Новой Зеландии. Это Новая Зеландия. Не Австралия, Новая Зеландия, извиняюсь. Это еще январь. То есть, это будет лучший гаудиамат во всем мире. Это была церемония заложения первого камня. Тут будут также несколько коров. Чтобы снабжать Такураджи Богой, и чтобы вайшнавы принимали просад. Также будет прекрасный сад. Я считаю, что также центр, как бесплатная раздача лекарств, да? Как бесплатный диагностический центр. Итак, согласно этому плану, мы можем купить какую-то землю неподалеку от храма. Можем открыть гестхаус для тех, кто будут приезжать слушать Харикатху. Арати и всего прочего. Мои благословения. Я молюсь Кришне и Гирирадж Говардану о том, чтобы они даровали милость Дамодару Прабху и его семье, чтобы прекрасный храм был построен здесь очень быстро. Я также прошу всех преданных, то есть всех особо важных персон VIP, чтобы они помогли Дамодаре Прабху поддержать этот храм. В нашей санге у нас, помимо маленьких книг, таких как «Путь любви» и так далее, есть очень серьезные книги, такие как «Баджана Рахасия», «Бхактирасамрита Синду Бинду». Они только для преданных? Нет, для всех. Для все ваши книги, для всех. Все книги для всех. Они говорят, что это для них будет как китайский язык, они ничего не поймут, новые люди. Все наши книги должны быть предназначены для всех. Пусть это атеисты, теисты, любая категория людей, все наши книги предназначены для всех видов людей. Для всех. Даже если они не понимают язык, для всех, не страшно. Если они берут книгу, то наша цель достигнута. Кто-то придет им в дом и будет читать книги, да? Спасибо.
Любой, кто принимает в дар это произведение Шримад Бхагаватам, в день полнолуния достигает высшего совершенства жизни и возвращается домой, назад к Богу. Шримад Бхагаватам 1.1.1, комментарий. Утренняя прогулка, Новая Зеландия, январь. Ты знаешь, Иисус Христос в юности он отправился в Индию, во Вриндаван, во столько разных мест, Джаганнатхапури, Южная Индия. И когда он отправился во Вриндаван, увидел, о, так прекрасно, столько огромных храмов, и все люди строят храмы, поклоняются божествам. Он увидел божество Кришны, и все ему говорили, это Кришна. Когда он отправился в Пури, он увидел Джаганнатха Дева, и все ему сказали, Кришна, Кришна. Некоторые говорят, Крушна в Варисе. Из Крушны это перешло Кришта, Крайст, Христос. И затем Христос опять указание на Кришну. То есть Христос — это Отец Иисуса. Кришна — Отец Иисуса. И он очень обрадовался, и под этим влиянием он стал преданным. Итак, философия настаивает, что христианство — повторять святое имя. То есть имя Христа — это Кришна. Поэтому повторяя Харе Кришна. Очень могущественное имя. И оно столько даст тебе. Оно остановит непрекращающуюся череду повторяющихся рождений и смертей. Любовь — это Бог, Бог — это любовь. Кришна может прийти, но как Христос он не может прийти. То есть он может прийти как воплощение Кришны, но как Христос он не может прийти. Поэтому также у Христа есть определенный образ, потому что в Библии сказано, что Бог создал человека по образу и подобию своему. Но христиане не следуют этой философии. Мы следуем. Мы рафинированные христиане, то есть мы подлинные христиане. Если хочешь быть счастлив, должен повторять Харе Кришна. Мы слышали от вас, что у Кришны 64 качества, у Нараяны 60. А как у Господа Рамы? Сколько у него качеств? Может быть, у него больше качеств, чем у Нараяны? Да, тоже 60, но в большем, в большей степени выражено. То есть его качества в большей степени выражены, чем у Господа Нараяны. Рама, он может дать прему. Но Нараяна может дать прему вплоть до даси расы только. Но Рама может дать сакью также. Поэтому у Рамы 2,5 расы. И все 60 качеств, а у Кришны все 60 качеств, и еще 4 качества дополнительные. Те, у которых не понятно. Прому говорит, что у Господа Рама как 62,5 качества. Нет, нет, 60, но в более углубленном виде, более глубоком виде, чем у Нараяны. Нараяна не может дать сакью. Никогда. Нараяна может дать шанту и дасю.
но не так, как Хануману, потому что Даси Ханумана, Даси другого порядка. То есть Даси Ханумана и Даси по отношению к Нарайане.